и рассаду колокольчика пирамидального можно высаживать в горшки, использовать для создания смешанных садовых композиций и размещать в качестве одиночных посадок. Это растение считается одним из самых красивых среди подобных многолетников. Высота взрослых стеблей достигает от 100 до 170 см. Летом распускаются белые, синие или фиолетовые цветы, собранные в колосовидные соцветия. Цветение продолжается до августа. Пирамидальный колокольчик хорошо реагирует на внесение извести, но не переносит частых поливов. Переувлажнение может привести к загниванию корней. Растение предпочитает солнечные места, но также приспосабливается к легкой полутени. Колокольчик пирамидальный — это травянистый высотой 140 см. Цветет растение в месяц июнь, июль, август. Окраска цветка светло-голубая. Лист растения по форме продолговато-яйцевидный. Летом листва зеленая. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.